Так, объясни, что на этом месте было до войны? Озеро. Пруд Лиговский. А там был остров любви, там беседка стояла. Даже есть старинные фото. Там мельница была, тоже старинная. Еще Петровская, походу. Прикинь, тут пруд 225 лет был. Потом спую дамбу разбомбили. Эта старинная дорога шла от Петерговского до Пулковского шоссе. Прям по дамбе и туда. Что? Хочешь до бабушки дойти? Что там делать? А тебе будет там мозги, на мозги капать. Нет, для прикола можно зайти. Но не, лучше не надо. Пойдем на бывшее дно. Как река называется? Повтори. Дудерговка. Повтори. Дудерговка. А в старину как она называлась? Не знаю. Лига. Или Лиговка. Грязная вся. Но сейчас весна. Вот тут дамба была. Сейчас, как ты думаешь, клещи есть? Должны быть. Но то, что это не то. Вот самолет взлетает. Пулково. Короче, как вариант, завтра или в лес поехать, или на Пулково сходить. Пойдем туда еще спустимся. Вот тут мельница была, даже старинные фото есть. Она древняя была. А во время войны ее разбомбили. Пушка, пойдем с мельницы. Тут помнишь еще, когда ходили, тут железо было такое, ну, кованое такое. Стащили на меня металлисты, блин. Вот там дворец стоял.
Не очкуй. Что-то тут копали, пытались откопать.